Информационное утро на канале «Россия» продолжает местные новости. В студии Лилия Матвеева. Здравствуйте. Уникальный ведущий, уникальная программа. Сегодня на телеканале «Россия-24» выйдет в эфир 1500-й выпуск краеведческой передачи Дмитрия Сергеевича Худякова «Не за 3-9 земель». 52 года в эфире без суфлера и даже шпаргалки. Сегодня бессменный ведущий программы «Не за 3-9 земель» Дмитрий Худяков записывает новый выпуск передачи с особым трепетом. Она уже 1500-я. Ну, невозможно представить, чтобы я был в стандартном пиджаке, при стандартном галстуке, длинноносых ботинках. Неизменным атрибутом программы стал и антураж. Маленькая деревянная избушка. Много лет, говорит Дмитрий Худяков, зрители думали, что в ней он и живет. Но то, что у него за спиной, признается автор программы, его мало интересует. Главное – контакт со зрителями. И то, что он говорит и показывает, и с каким выражением лица. Мне предложили, поскольку была детская передача, давайте мы вам сделаем макет космического корабля. Вы выходите в шлеме. И говорите, мы в полете, ребята, отправляемся. Я от этого сразу отказался. Это слишком театрализовано. Худякова без преувеличения. В лицо знает вся область. Но в книге рекордов Гиннесса его так и нет. Заявку в Лондон подавали, но там, видимо, не поняли, что один человек больше 50 лет на одном канале может вести программу. Совет ветеранов учредил номинацию вам. 52 года в эфире. Ветеран саратовского телевидения Татьяна Пашкина 12 лет редактировала программу «Не за 3-9 земель», но за это время из сценария не вычеркнула и не добавила ни одного слова. Он понимает, что вот если он из своих рук это показывает, это вызывает гораздо большее доверие. Поэтому как редактор я ничего не редактировала. У Худякова чем горжусь. Самые преданные поклонники программы прислали свои поздравления Дмитрию Худякову и передачу «Не за 3-9 земель» по почте. Коллеги и руководитель телекомпании поздравили его в привычном месте – в студии. Поздравляю с 1500-м выпуском. Спасибо. За время существования передачи Худяков не только сохранил, но и приумножил число зрителей. А себя считаю счастливым человеком. 52 года он занимается любимым делом. Татьяна Кудаусова, Иван Серяпин, Кирилл Логинов, «Вести», Саратов.